Кожны дзень ён прымае да 70 маленькіх пацыентаў, у вольны час гуляе па парку, а па вечарах знаходзіць на старонках сацыяльных сетак станоўчыя водгукі аб сваёй працы. І гэта матывуе і прыдае сіл. Размова аб педыятры Каве Даглі, які па прызнанні пацыентаў стаў лепшым дзіцячым урачом рэгіёна. Адпаведны дыплом ён атрымаў на ўрачыстай цырымоніі ў Мінску. На ёй былі агучаны ўсе пераможцы конкурсу «Супердоктар». У дзіцячай паліклініцы на Ландышева, где працуе педиатр, побывала Марина Джалая. Завтра у Леры день народжения. Девчонке исполнится 10 годов. И так здарылася, что менавіта на переда дне свята яна захворела. Але походы у поликлинику маленькую пациентку не вельми засмучают. Тут я чекаю любимый доктор Кава Даглі. Рассказывай, что тебе болит? У меня насморк и кашель. Понятно. Идем, давайте ее послушаем, посмотрим. Увогуле Лера хварэе рэдка. У гэтым сезоне прастудзілася ўпершыню. Тата дзяўчынкі Дмітрый кажа, што доктар Даглі заўсёды прызначае лячэнне, якое хутка вяртае яго дзяцей да звычнага ладу жыцця. Очень хороший спецыяліст, давно наблюдаемся. Очень хорошыя рецепты даёт. І саветы, да? Саветы. Ну, он хороший, я выполняю рекомендации. А сейчас что тебе вот посоветуешь, что надо делать? Ну, прыскать там нос, горло, какие-то лекарства там пить. Будешь пить? Да. Кава Даглі сіры, яго батька так само медик. Працевал гинекологом, причем адукацию так само отримливал у Беларуси. Сам же Кава Даглі после закончения Гомельского медицинского университета 6 годов тому пришел працевать у дитячую поликлинику на Ландышева. Сирот 8 педиатров ён один и мужчина. Кажа, что у этой справе важно не только подобрать правильное лечение для маленьких пациентов, але и наладить контакт и взаимный довер с их батьками. А своих коллег, близкие ж застались на родиме, лечить своей семьей. Это, в общем, вот моя вторая семья. Поэтому, как-то честно сказать, я всегда тут чувствую себя уютным, как будто дома. Я почти 16 лет уже проживаю в Беларуси, в частности, именно в Гомеле. Поэтому это у меня второй родной город. Вольного часу, признается доктор Даглі, вельми мало. Праца займая по 12 годин у день. Педиатр принимает пациентов не только у дитячей поликлиницы, але и у приватном медцентре. Кабы таким напруженным ритме не страшивать энтузиазм до працы и профессийно не выгорать, на так званую перезагрузку ходить у парк. И, зразумела, великая подтримка – это водгуки пациентов, якими яны щодро делятся у социальных сетках после визита до своего любимого педиатра. Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».